На встрече присутствовали начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов, глава Сочи Анатолий Пахомов, представители общественного совета при УВД города и руководители подразделений. Сотрудники частных организаций участвуют в охране общественного порядка во время проведения всех праздничных мероприятий. В частности, руководство УВД поблагодарило собравшихся за плотное взаимодействие в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Всем присутствующим были вручены грамоты и благодарственные письма. Также на встрече обсудили дальнейшее взаимодействие по раскрытию преступлений по горячим следам, информирование охранных организаций о совершенных преступлениях и приметах преступников.